Вот так всегда, как только начинаешь заканчивать какой-то альбом, начинают сыпаться песни, демки, которые надо срочно записать. Короче, если я успею, еще добавлю одну песню. Мы успеем, Андрюша? Постараемся. Да, потому что, ну, вот так. Короче, сейчас попробую записать, если все успею, тогда будет еще одна песня. А если нет, то нет. Ну, слушайте, друзья, вам еще хочу вам сказать, что по ходу дела мы записали офигенную песню, хитяру, потому что мы уже тут просто... А знаете, кто меня писал? Меня сегодня писал мушкетер. Тысяча чертей! Человека молодого, модного, стильного, с дредами. Все, человек стареет. Грязного, немытой А теперь головой. это просто какой-то без 5 минут Гоголь, не знаю, мушкетер. В общем, короче говоря, меня писал сегодня мушкетер. И мы написали офигенную песню, и я, по ходу дела, все-таки буду ее ждать, потому что ее нужно, чтобы она была в EP. Вот. Так что поздравляйте меня. Крыс. Сегодня нас ждет крыс. Здрасте. Здрасте. Можно тебе это попросить? Ну, наконец-то и я дошел до шоу Екатерины Варнавы. Абсолютно нога. Катюша, ну давай, жги сегодня. Я в зале. Сереж. Абсолютно. Сережа, а что это вы едите? Откуда у вас еда? Дают черную икру в Крэйве, слышите, ребят? Просто говорят, стол входит. Комплименты? Комплименты. От шеф-повара. Напросился? Хлеб на ночь. Ну, главное... Хлеб и зрелище. Черную икру ложками сейчас скажут есть. Ребят угостили. Ну, а как шоу? Офигенно. Сейчас вот так и съем.